Хлеб! Ах, шумит! Ах, шумит! Это уже ждем, встанет. Либо докосим сезон, либо встанет, так что переберем его. А я на этой, что-то у меня навеска совсем упала. Показал несколько кругов прокосов, как чё косит. Не очень она мне нравится, так что не советую никому данную косилку, все-таки сыровато. Говорят, они сейчас стали 2.4 делать, ну на нее у меня денег нет. 2.4 с итальянским полотном нижним. Но, честно говоря, наевшись, я бы уже не рискнул. Хоть с итальянским, хоть с американским, хоть с французским. Ну ладно, не суть важна.